Сегодня на фабрике Old Dream, давняя мечта, создаются меховые шедевры наивысшего качества. А покупатели заказывают не то, что нужно, а то, что им хочется. Old Dream – давняя мечта. Хватит мечтать. Пора действовать. Друзья, всех приветствую. Наша шубка уже готова. Если вы помните, мы здесь комбинировали три цвета. Это был баклажан, изумруд и белый. Значит, и на этом изделии мы скомбинировали две технологии пошива. Это пластинами и распуск. Ну и теперь давайте поближе рассмотрим, какая вещь у нас получилась. Ну давайте посмотрим качество пошива, как всегда. Вот, вы видите, да, шовчики идеальные, все идеально, ровненько. Эта шубка уже после химчистки. Шубка уже прошла химчистку, и вот она уже готова, чтобы на нее поставить подкладку. Вот посмотрите еще раз поближе качество работы. Вот, все идеально абсолютно. Вот, значит, мы подобрали сюда вот такую подкладку. Вот здесь тоже есть, значит, оттенки сиреневого баклажанового цвета, изумруд зеленый немного, белый. Вот. И подобрали вот такую замшу. Замша цвета черника, но она прекрасно подходит к цвету баклажан. То есть они будут между собой дружить. Вот. И давайте теперь посмотрим поближе. Значит, смотрите, вот у нас рукава, они сделаны пластинами. Вот видно, да, не распущенные, это цельные шкурки. А спинка, обе полки, левая и правая, вот. Опушка капюшона, вот она, и манжетики, они у нас идут в распуск. То есть мы вот совместили две технологии, пластины и распуск, ну и плюс еще комбинировали цвет. Значит, еще один момент, на их получилось у нас три изделия. На одном изделии у нас стоят рукава цвет баклажан, на втором изделии изумруд и на третьем тоже баклажан. Хотя можно было поставить рукава и белые, но поставили именно цвет баклажан. Давайте посмотрим теперь эту шубку в подкладе. Вот шубка уже в подкладе, вот так вот под поясочек. Еще раз давайте смотрим. Здесь рукава изумруд. Здесь комбинированные белый баклажан и изумруд. Вот так она выглядит со стороны спинки. Еще раз повторюсь, рукава сделаны пластинами, а здесь у нас распуск на спинке и на полочках. Вот такой мы поставили сюда капюшончик. Вот. Он аккуратно вот так вот застегивается на потайной крючок здесь. Аккуратно выкладывается. Вот, вот такая вещь у нас получилась. И я вам показывал еще, значит, черное, серебро и белая комбинация. Вот. Эту вещь мы тоже уже закончили. Сейчас я вам ее покажу. Так. Она тоже уже в подкладе. И давайте мы ее с вами тоже посмотрим. Здесь воротничок стойка из чернобурой лисы. Также здесь вот потайной крючок застегивается, как и на капюшонах мы делаем. Вот потайной крючочек. Вот так вот воротничок аккуратно застегивается. И здесь то же самое. Но здесь мы сделали рукав черный. Комбинация черный, белый, серебро. И вот получилась вот такая вещь оверсайз. Вот еще раз повторюсь, это очень кропотливая работа. Она не любит спешки, скажем так. Это все нужно делать очень аккуратно. Эти шубки мы с вами сейчас посмотрим на манекене. Я в выставочном зале их прям вот подробно со всех сторон сниму, чтобы можно было посмотреть со всех сторон на эти шубки. Ну и вот давайте посмотрим. Вот эта у нас шубка еще не упакована. Здесь, видите, рукав цвет баклажан. А вот здесь изумруд. Ну и вот она сзади у нас висит, рукав черный. То есть вот такие вещи у нас получились.
Комбинировать цвета можно по-разному, можно насколько хватает фантазии. Но единственное, нужно помнить, что холодные тона, они дружат с холодными тонами, а теплые тона дружат с теплыми тонами. Так, и еще у нас поступают вопросы, подорожает или подешевеет норка. Значит, смотрите, норка, которая покупается на аукционе, однозначно подорожает. Норка, которую мы закупаем в России или в Белоруссии, она, возможно, останется в той же самой ценовой политике, как и была, а может быть, ну, чуть-чуть там станет дороже, может быть, дешевле. Здесь я по нашей норке ничего сказать не могу, но импортная норка однозначно подорожает. Вот, и такой момент, смотрите, у нас сейчас идут оптовые заказы. Эти оптовые заказы мы как вот планово делаем. У нас рабочий день идет с 9 часов утра до 5 часов вечера. Когда начинается сезон и начинаются розничные заказы, их очень много, то мы рабочий день увеличиваем с 9 утра до 7 вечера. Вот. И по-любому мы все равно не успеваем сделать то количество заявок, которые поступают. Некоторые покупатели даже, скажем так, обижаются. Говорят, я хочу к Новому году, но мы не успеваем, потому что все хотят к Новому году. Вот зачем мне эта шуба нужна будет после Нового года, зима уже кончится. Вот есть такая поговорка, готовь сани летом. Если вы заказываете шубу сейчас, то она создается, сшьется и отправляется к вам. Все, она у вас в шкафу, вы к зиме готовы. А если вы заказываете шубу 25 декабря и хотите получить ее 30, ну так не получится. Во-первых, доставка, логистика, это долго. Во-вторых, у нас идет очень большая загрузка. Мы просто физически, еще раз повторюсь, не успеем это сделать. И вы уже, кто смотрит мои ролики, кто видел, значит, видео, где я показываю, что шуба подварилась. Вот к чему приводит спешка. Мы никогда не спешим. Мы делаем все аккуратно, по технологии, так, как должно быть. И давайте так, повторю еще раз. На фабрике Old Dream работают мастера высочайшего класса, которые живут этой работой. Для них это не просто работа, для них это часть жизни. Ну, давайте ролик заканчивать. Готовьте сани летом, еще раз повторюсь. Вот, ну, еще раз, вот такие вещи у нас получились. Значит, можно еще рукав сделать белым. Ну, мы не стали делать белый, мы сделали два изделия. Рукав цвет баклажан, ну, или черника, вот, и изумруд. Вот, ну, здесь можно, конечно, тоже поставить, допустим, на рукав серебро, но... Как мне кажется, что так смотреться не будет, как черный. Если этот ролик вам понравился, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Вот, ну и до следующего видео. Следующее видео, я все-таки надеюсь, что я сделаю видео по лисе в распуск, чтобы тоже развеять кое-какие мифы. Ну, лиса в распуск выглядит вот так. Вы, наверное, уже видели, вот. Шуба из меха лисы, сшитая по технологии в распуск. Никаких поперечных швов. Вот обязательно такое видео сниму. Большое спасибо еще раз за просмотр и до встречи. Сегодня на фабрике Old Dream, давняя мечта, создаются меховые шедевры наивысшего качества. А покупатели заказывают не то, что нужно, а то, что им хочется. Old Dream, давняя мечта. Хватит мечтать. Пора действовать.